Всем привет, друзья! И сегодня я сделаю самоделку, которая не относится к инструменту, но не менее важна для каждой мастерской, и которой мы пользуемся ежедневно. Так что, если вам интересно посмотреть, что же это такое, поехали! За основу самоделки я возьму старую корзину сцепления, которую предварительно нужно очистить от ржавчины и прочего налета старины. После чистки щетками получаем вот такую вот красоту. Теперь эту заготовку нужно окрасить. Центральную часть я окрашу в черный цвет, а наружную в синий. Перед покраской корзину желательно обезжирить. Делать я это буду обычным 646 растворителем. Чтобы добиться более глубокого цвета, красим несколько слоев, давая каждому слою немного просохнуть. И пока сохнет деталь, я хотел бы порекомендовать вам канал Самоделкин Иван, схожий с тематикой моего канала, где вы можете посмотреть различные самоделки и приспособления для дома и гаража. Ссылку я оставлю в описании. И после покраски мы имеем вот такую вот красоту. Я думаю, все уже догадались, что же это будет такое. Но если нет, это основание под настенные часы в автомобильном стиле. Мне же сюда осталось установить вот такой вот часовой механизм и задекорировать вот это вот отверстие значком от автомобиля. Но я не учел один момент, что значок достаточно толстый, а резьбовая часть самого механизма имеет всего лишь 6 мм. Теперь мне придется немножко обрезать вот эти вот лапки по кругу, чтобы значок плотнее прилегал к основанию. Сверлю отверстие за несколько приемов, чтобы не расколоть значок. Часовой механизм и сам значок я устанавливаю на термоклей. Это быстро и достаточно надежно для данной конструкции. Такую же операцию проделываем и с основанием. Теперь устанавливаю стрелки. Здесь главное не спешить. Пока я не нашел подходящие цифры, эти я временно вырезал из старого циферблата. В итоге получились вот такие симпатичные часы, которые не стыдно повесить даже у себя дома. Друзья, если вам понравился данный видеоролик, то ставим лайки, пишем комментарии, что еще интересного можно сделать из старых автозапчастей. Ну и, конечно, не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить еще более интересные и познавательные видеоролики. На сегодня это все. Всем удачи. Пока.